Приветствую зрителей моего канала. Сегодня я хочу предложить вам приготовить пышный влажный пирог из самых простых ингредиентов. Готовится он быстро, а получается очень вкусным. Вдобавок у многих из нас всегда найдутся апельсины или мандарины. Особенно зимой, как сейчас, и они отлично сюда подходят. Рецепт вы можете видеть на экране, а также в описании под видео. Для начала натрем цедру одного апельсина. Старайтесь снимать только оранжевую часть, не затрагивая при этом белую, которая горчит. Далее этот апельсин очищаем и нарезаем кубиками. При необходимости достаем косточки. Перекладываем апельсин в блендер. Разбиваем туда же яйца. Всыпаем немного соли. Добавляем сахар с ванилином и все измельчаем. Далее полученную массу процеживаем через сито. К ней добавляем цедру апельсина. Перемешиваем. Вливаем растительное масло. Затем холодную кипяченую воду и все соединяем. Затем частями просеиваем муку. Тесто жидкое, поэтому для смешивания лучше использовать венчик. В конце к оставшейся муке добавим разрыхлитель. И все соединим. Возьмем еще пару апельсин, очистим их от кожуры и нарежем кружочками. Форму слегка присыпем мукой и сахаром. Если у вас не такое, как у меня, кулинарное кольцо, можете предварительно смазать его маслом. Диаметр моей формы 24 сантиметра. Далее на дно выкладываем апельсины. Сверху выливаем тесто. Тесто должно быть жидким. Выпекаем примерно час-час 10 при температуре 180 градусов. Все будет зависеть от вашей духовки и используемой формы. Вот такой яркий пирог у нас получился. Он как солнышко в морозный зимний день, а аромат цитрусовых непередаваем. Влажный, пышный и очень простой в приготовлении. Обязательно попробуйте его приготовить. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь. Я же говорю вам спасибо за просмотр и до новых встреч!